Национальный паралимпийский комитет Азербайджана по итогам 2013 года наградил своих лучших спортсменов. Результаты огласили в торжественной обстановке в паралимпийском спортивном комплексе. Спортсмены и их тренеры получили денежные премии. Специальными дипломами за активное освещение паралимпийского движения в стране были отмечены представители СМИ. В их числе оказался и телеканал CBC. Мы ничей успех не умаляем. Для нас и чемпионы мира, и чемпионы Европы – это наши спортсмены, которые очень удачно выступили, подняли флаг Азербайджана. В честь их выступления звучал гимн Азербайджана. По итогам года список лучших азербайджанских спортсменов-паралимпийцев возглавили легкоатлет, чемпион мира Владимир Заяц, рекордсмены мира, чемпионы Европы, пауэрлифтер Эльшан Гусейнов и стрелок Елена Таранова. Приятно, когда тебя отмечают, выделяют, понимают, что мы являемся примером для других. В 2013 году азербайджанские спортсмены-паралимпийцы завоевали на международной арене 12 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Двое стали чемпионами мира, трое – рекордсменами Европы. Национальная сборная по дзюдо выиграла титул чемпиона Европы. Учитывая возрастающий интерес к спорту, совсем недавно в Азербайджане был создан первый в мире детский паралимпийский комитет. Помощь предложили несколько зарубежных стран. Посольство США в Азербайджане выступило с долгосрочным проектом – спортивная инициатива молодых людей с инвалидностью. Презентация проекта состоялась в ходе объявления лучших спортсменов-паралимпийцев года. По замыслу организаторов, материальную и техническую помощь получат 6 регионов Азербайджана, где имеются паралимпийские центры спорта. Хайла Мамедова, Фирус Рагимов, CBC.